где свое у меня специальное агентство нет, которое защищает землю, а там делал с помощью использования Евангелия вот. Синди, закрой свой рот, сади в Еву, перевали отсюда. Это что, предыдущий пилот? Кто-то должен ее заменить. То есть, если я сяду в Еву, мне будет так же плохо. Увидимся через 3 года. Синди, стой! Зачем мне лезть в Еву? Чтобы я тебе ремня не дал. Ладно, ладно. А, Синди, смотри, как надо. Работай, тварь. Тут примерно так все и работает. Слышь, работай. Ага, ладно, ладно, ну чего ты? Вот видишь, работает. На нас напали ангелы. Синди, вот так. Мы не знаем, как ходить. Синди, объясняй себе твою функцию в операции. На траекторию выстрела влияют межмолекулярные излучения. Атомная плотность воздуха отвечает. Эти факторы расстрелятся в ядро ангела. А что такое ядро ангела? Лезь давай! Галактическая вилка!
нормально, как Аска. Хотела бы ее убить, только Аска. А Аска так укладывает волосы. Синти, ты все равно мне нравишься, хоть ты и не как Аска. Как Аска? Не могу быть как Аска. Хватит, надоело. Не хочу я там слышать. Лучше музыку включу. Знаешь, есть те, кому ты дорог. Я долго хотел тебе сказать. Для меня это очень важно. Я люблю тебя. Да? Если тебе так нравится музыка, то я тебе сыграю. Не надо! Я всегда хотела сделать это с тобой. Давай. А, ты об этом. Отошел от него!